Всем привет, друзья! Меня зовут Дима 2D Куб, это MusicMagTV и очередной выпуск горячих новостей мира музыкального оборудования. Начнем с новостей от компании Roland. Еще месяц назад эта компания обещала нам выпустить новый синтезатор, и, конечно, японцы выполнили свое обещание. Новинкой стал первый аналоговый инструмент из серии Boutique, получивший название SE-02. Инструмент создан в коллаборации с американской компанией Studio Electronics, давно известной любителям отменных аналоговых синтезаторов. Созданный на базе дискретных аналоговых компонентов, SE-02 предлагает нам настоящий жирный винтажный звук, широкие возможности программирования и встроенный секвенсор. Синтезаторный движок является монофоническим и предлагает три осциллятора, генератор шума, низкочастотный фильтр с частотой срезов 24 дБ на октаву и функция фидбэка, генератор LFO с 9 формами волны и функцией синхронизации с темпом, генератор огибающий, двойной усилитель и встроенный модуль дилея. Осцилляторы при этом оснащены системой температурной стабилизации для сохранения точности строя и имеют 6 различных форм волны с характерным классическим звучанием, 3 типа перекрестной модуляции и возможность синхронизации. Работа с новым синтезатором выглядит по-настоящему удобной. Здесь нет никаких сложных меню, а каждый из регуляторов передней панели отвечает за отдельную функцию. Вот только с размерами Roland снова перестарались. Регуляторы здесь крохотные, как и сам синтезатор, так что не удивлюсь, если в комплекте с девайсом будет поставляться лупа и пинцет. Смех ей-богу. Но зато в сумку можно удобно сунуть и ехать с ним хоть на пикник. Стоимость нового синтезатора составляет $500. Продажи начнутся уже в ближайшее время. Следующей новостью от Roland стало обновление популярной линейки синтезаторов рабочих станций FA. Итак, теперь линейка сценических синтезаторов Roland FA, которую, кстати, в народе называют не иначе как Nord Stage для бедных, включает три инструмента. Уже знакомый нам 61-клавишный FA-06 и новый 76-клавишный FA-07, оснащенный динамической синтезаторной механикой, а также 88-клавишный FA-08 со взвешенной механикой. Каждая из моделей включает огромную библиотеку встроенных тембров, основанных на фирменном роландовском движке Supernatural, также встроенную секцию эффектов студийного качества, удобную секцию регуляторов для управления параметрами тембров и эффектов в реальном времени, секцию мультифункциональных пэдов, возможность сэмплирования на лету и многое другое. Ну а встроенный секвенсор инструментов позволяет записывать и создавать паттерны практически без остановки секвенсора, так как это происходит во всеми нам любимой Ableton Live. Стоимость новых инструментов пока неизвестна, однако ожидается, что модель FA-07 будет продаваться по цене около $1500. Подробную информацию о новых инструментах вы найдете на официальном сайте компании Roland. Ссылочка, как обычно, имеется в описании. Компания Arturia выпустила мощное обновление прошивки для секвенсора BeatStep Pro. BeatStep Pro Firmware 2 включает целый ряд новых возможностей, таких как новый режим полиритмии, обновленный роллер, который теперь можно использовать для исполнения в реальном времени и записи синтезаторных арпеджио, функцию Pattern Chain, новые возможности для рандомизатора, такие как случайные сдвиги октав, поддержку функции TIE для барабанных триггеров, совместимость с приборами серии Volca от Korg и многое другое. Также обновление включает ряд доработок, связанных с функционалом контроллера, и целый список устраненных багов и недочетов предыдущей прошивки. Ознакомиться с полным списком нововведений и изменений прошивки вы сможете на официальном сайте компании Arturia. Ссылочка, как обычно, имеется в описании. Компания Zoom также обновила прошивочку для своего футуристического грувбокса бубна Zoom ARQ. Если вы следите за нашими видеосюжетами, то наверняка помните ролик с берлинской выставки Superbooth 2017, в котором мы анонсировали данную прошивку. Как и обещали производители, новые возможности Zoom ARQ действительно впечатляют. Помимо полностью переработанного интерфейса, который теперь стал гораздо более удобным и интуитивно ясным, приборчик обзавелся целым рядом новых возможностей. Среди них прямой доступ к параметрам сэмплерного движка с помощью регуляторов на передней панели, возможность импорта и редактирования собственных сэмплов, полностью настраиваемый арпеджиатор с поддержкой управления с помощью акселерометра, долгожданная поддержка MIDI по USB и, конечно, новый софтовый редактор для Mac, предоставляющий полный доступ к движку устройства прямо во время перформанса. Подробнее ознакомиться с возможностями новой прошивки и скачать ее вы сможете на официальном сайте компании Zoom. Ссылочка, как обычно, имеется в описании. Небольшая датская компания Gotharman представила две новых платы аналоговых фильтров для своих уникальных компактных модульных синтезаторов anAmoNo X и anAmoNo X Mini. Начнем с представления самих устройств. anAmoNo X и anAmoNo X Mini — это уникальные авторские синтезаторы, по сути представляющие собой компактные модульные системы, в которых все необходимые модули заранее размещены в едином небольшом корпусе с цифровым управлением и сенсорным экраном. Устройства собираются полностью вручную в Дании и за свою вполне доступную цену представляют целый океан встроенных возможностей, таких как цифровые осцилляторы с различными типами модуляций, встроенные сэмплерные модули с поддержкой записи и редактирования собственных сэмплов, хроматическим режимом и функцией ЧОП, слоты для установки различных модулей аналоговых фильтров, многочисленные огибающие LFO и генераторы случайных CV-сигналов, встроенные секвенсоры, секция эффектов, CV-гейт и MIDI-входы и выходы для подключения внешних устройств, USB-порт, сенсорный экран и много другое. Словом, чудо, да и только, да и звучит весьма недурственно. До недавнего времени в синтезатор можно было установить 5 различных типов фильтров. Стандартный мультирежимный VCF-1 с функциями дисторшена и фидбэка, такие же двойной и тройной фильтры VCF-2 и VCF-3, классический мультирежимный фильтр от Gotharman VCF-4 и, наконец, VCF-5. Модуль основан на чипе Curtis CEM3328, знакомым нам по синтезатору Prophet 5 с 4 различными низкочастотными режимами. На днях же список фильтров пополнился еще 2 моделями. VCF-6, основанном на выходном тракте легендарных EMU SP12 и SP1200, в котором сигнал предварительно понижается до 12 или 6 бит, и лишь затем поступает на аналоговый низкочастотный фильтр с крутизной спада в 24 дБ на октаву. Этот модуль, кстати, укомплектован дополнительным аналоговым фузом, который окончательно уничтожает звук. Второй фильтр — ламповый мультирежимный VCF-7. Да, ламповый, с характерным теплым и жирным звуком, который так и норовит перейти в овердрайв. Все эти прелести жизни доступны по цене от $129 за стандартный VCF-1 до впечатляющих $400 за VCF-5. Что касается самих синтезаторов, то они продаются по цене в €1100 за anAmoNo X Mini и €1680 за anAmoNo X. Недешево, да, но за такой агрегат, на мой взгляд, цена вполне разумная. Подробнее почитать про все перечисленные девайсы вы сможете на официальном сайте компании Gotharman. Ссылочка, как обычно, имеется в описании. Перейдем к новостям софта. Компания Max for Cats выпустила новый полумодульный софтовый синтезатор, получивший название Pallas. По утверждению разработчиков, Pallas предоставит пользователям Ableton новую палитру живых и аутентично звучащих аналоговых тембров. Дизайн нового синтезатора и его модуляционная матрица выполнены в едином духе с предыдущим проектом от Max for Cats, модульным FM-синтезатором Bengal. Так что проблем с редактированием, пэтчем и интерфейсом вообще не должно возникнуть даже у новичков в мире модульного синтеза. Инструмент обладает 8-голосной полифонией и включает 3 осциллятора, 2 мультирежимных аналоговых фильтра, мощное огибающее и LFO с обилием настроек, встроенную секцию эффектов и 8-шаговый секвенсор, который можно использовать для модуляции любых параметров синтезатора. Помимо прочего, девайс прекрасно подходит для управления с помощью внешних устройств. Например, он поддерживает функцию контроля с помощью стандартного веб-браузера. Так что в качестве MIDI-контроллера вы сможете подключить к Pallas любой телефон или планшет. Стоимость синтезатора составляет €49. Купить его можно уже сейчас. И снова новости от Roland. На днях облачный VST-сервис Roland Cloud был дополнен новым виртуальным синтезатором D50, представляющим собой современную цифровую рекреацию винтажного одноименного синтезатора 80-х годов. Линейный арифметический синтезатор D50 от Roland был представлен в далеком 1987 году. Технология звукового движка, использовавшаяся в инструменте, подразумевала сочетание цифрового синтезаторного звука с короткими сэмплерными волноформами, трансиентами в фазе атаки. Эта техника, получившая название LA-синтез, предлагала достаточно реалистичное для своего времени звучание в духе дорогих цифровых сэмплеров, дополненное отличными возможностями контроля звука и мощной секцией эффектов. В итоге данная комбинация возможностей сделала D50 одним из самых успешно продаваемых синтезаторов. Сегодня компания Roland решила снова предложить свой бестселлер продюсерам, однако уже в виде VST-плагина, который будет доступен бесплатно для всех подписчиков Roland Cloud. Стоимость подписки при этом начинается от $20 в месяц, в зависимости от выбранного тарифа. Подробнее ознакомиться с новым плагином можно на официальном сайте Roland Cloud. Ссылка, как обычно, имеется. Компания Heart of Noise представила новый саундбанк PopStars Volume 1 для уникальной софтовой рабочей станции GalaXynth. Piano, guitar, Для начала пару слов о самом GalaXynth. Инструмент представляет собой уникальный синтетический синтезатор, имеющий в своем арсенале тысячи привычных нашему слуху тембров, таких как фортепиано, гитары, оркестр и так далее. При этом тембры инструмента не основаны на сэмплах. Каждый из них является результатом использования уникального движка Auditory Synthesis, позволяющего, например, производить гибкий морфинг между тембрами любых инструментов библиотеки или создавать натуралистичные пространственные эффекты. Новый саундбанк PopStars Volume 1 расширяет функционал инструмента и включает синтезаторные пресеты, эмулирующие голоса 6 известнейших поп-звезд, таких как Джастин Бибер, Рианна, Дрейк, Бейонсе, Майкл Джексон, и Мадонна. Еще раз напомню, что в синтезаторе используются не сэмплы, а физическое моделирование голоса, так что вы вполне способны отредактировать звучание пресета до неузнаваемости или скрестить его с любым другим инструментом, с фортепиано, например. PopStars Volume 1 является совершенно бесплатным для всех владельцев GalaXynth, а вот сам синтезатор обойдется всем желающим в $99. Подробности вы найдете на официальном сайте компании Heart of Noise. Ссылка, как обычно, имеется в описании. Далее на очереди парочка отличных iOS плагинов от моей любимой компании Audio Damage. Начнем с плагина Grind, недавно портированного для iOS. Audio Damage называет этот плагин не иначе как швейцарский нож саунд-дизайнера. Девайс включает 3 основных блока эффектов: модуль таблично-волнового процессинга, алгоритмический сатуратор Distortion и, наконец, мультирежимный фильтр с 11 типами фильтрации, включая наши любимые 4-полюсный лестничный, 18-децибельный ACID-фильтр и другие. Все это управляется с помощью LFO, который можно синхронизировать с темпом мобильной DAW. Стоимость iOS версии Grind составляет $5. Купить его можно уже сейчас. Другая новинка для iOS от Audio Damage — новая версия бесплатного и давно любимого мной компрессора Rock Rider 2. На данный момент мобильный компрессор находится на стадии тестирования и впоследствии может стать платным, однако скачать и использовать его можно уже сейчас. Ссылочки на оба плагина, как обычно, имеются в описании. И напоследок представляем вашему вниманию короткометражный документальный фильм, посвященный творчеству японского музыканта и дизайнера Эйвады. В своем творчестве Эйвада использует в основном различные винтажные устройства, такие как пленочные проигрыватели, электрические фены и ламповые телевизоры. Цель и девиз художника — вдохнуть новую жизнь и подарить голос по забытым людьми устройствам и приборам. Документальный фильм является последней работой о японских артистах из серии Токо-Токо Documentary от Ferrera и сопровождается английскими и французскими субтитрами. Ссылочка на полную версию фильма, как обычно, имеется в описании. На этом наш выпуск новостей окончен. С вами был я, Дима 2D-Куб, и MusicMagTV. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы все еще забыли это сделать, и... Уже хотел сказать, оставляйте свои лайки. Нет, друзья. Как вы, наверное, заметили, мы выпускаем теперь новости отдельными видеосюжетами. Не всем это нравится, и мы хотим узнать, что об этом думаете конкретно вы. Так вот, я призываю вас именно в этом выпуске ставить лайки, если вам нравится идея с отдельными сюжетами, или ставить дизлайки, если вам эта идея не нравится. Я объясню, для чего мы это делаем. Мы, конечно же, хотим получить новую аудиторию для наших новостей. Я считаю, что новости заслуживают большего количества просмотров, и не только я, поэтому нам очень важно знать ваше мнение. Если вы принимаете эти выпуски за спам, ставьте дизлайк. Если вам кажется, что эта идея правильная, ставьте лайк. Будем рады любым вашим комментариям и любому экшену, связанному с этим выпуском. До новых встреч, увидимся через неделю. Всем пока!